В полном дерьме, брателло! Oh, yeah!
и другого пути нет. Как вы стали торговцем оружием? Когда я еще был во флоте, мы доставляли оружие по всему свету. Сбрасывали ящики стволов для местных бойцов, чтобы они могли свергнуть очередного диктатора. Пойми, это были ящики не с новенькими М-16, а с незаконным оружием. Конфискованным у кого-то и перераспределенным. Никакой бумажной блокины. Как если бы ящик просто потерялся. Да, так часто бывает. Армия учит двум вещам. Как работать с бюрократией и как ее обходить. Обходить бюрократию значит торговать оружием. Валяйтесь, начинайте пользоваться навыками. Каждый торговец оружием прошел такой путь. Сначала он терял незаконное оружие, которое потом находили национальные герои.
Слушай очень внимательно. Ясно. Я боялся, что ты можешь вернуться. Боюсь, вы опоздали. Тут уже никого нет. Но я знаю место в полумиле на юг от Макуба. Есть там один магазинчик. Посмотрите по карте. Ты должен понять, люди знают, что ты натворил. Мой друг тебе не доверяет. Тем не менее, он деловой человек. Паспорта. Вот они помогут тебе получить лекарство. Как еще я могу вас отблагодарить? Осторожнее, здесь очень опасно. Thank you.
будем делать? На нас. Видел, как вы. Спасибо. Но вы пришли не за тем, чтобы нас спасать. У вас есть документы на выезд, да? Вы получите то, что вам нужно. Это о тебе все говорят. Ты пришел за таблетками, они у меня есть. Ты принес бумаги для моей семьи? Помни, Бог смотрит на тебя. До новых встреч.
знаю, все разошлись. Я посмотрю, а ты подожди. Нужно держаться вместе. Никто никуда не идет. Да ладно, я на секунду. Иди здесь, чувак, ты Ты все время находишь здесь одних и тех же. Джунгли зовут, Амиго. А вот и проблемы. Пожалуйста. Ладно, ему повезло, ему очень повезло. Да и мне повезло. Он жив, и я жив, я еще жив, не хочу, чтобы... Какого хера сюда прешь? Ладно, тише. Он хочет сказать, здесь ходить нельзя. Что за хрень? Какого... Я тебя не знаю, друг. У меня проблем нет.
восьмого в любом случае. Не знаю, все разошлись, я посмотрю. А, ничего. Да. Thank you.
приходилось ли вам становиться на сторону кого-то из воюющих? Однажды я так и сделал, и это оказалось плохой идеей. Прибыль упала в два раза, а меня едва не убили. Никогда так больше не поступлю. Надо торговать на обе стороны, чтобы стабилизировать рынок, затянуть войну и заработать больше денег. Если продавать оружие одной стороне, повторного заказа может и не быть. Вот, СНС и ОФОД пользуются моим оружием. Сейчас затишье. Обе стороны копят силы, наращивают запасы. Меньше насилия, больше покупок. И это прекрасно. Но это же анархия. Тысячи мертвы, сотни тысяч лишили жилья. Если бы я выбрал одну из сторон, жилья лишилось бы меньше людей, но много больше было бы убито. Да и я тоже среди них.